В микрорайоне Грива, вблизи Даугупилской средней школы номер 6, завершаются работы по асфальтированию грунтовых улиц Сколы, Старую и Пенаню, которые осуществляются в рамках программы самоуправления по приведению в порядок дорог города. Согласно договору, эти работы необходимо завершить в июле. Исполнительные работы не отстают от графика. Основной массив асфальта на упомянутых улицах уже уложен, и транспорт может перемещаться здесь без каких-либо дополнительных ограничений. В настоящий момент строители переключились на подъездные пути к частным домам, создавая удобные выезды со дворов. Вскоре здесь начнется подсыпка обочин и создание боковых канав для отвода воды, что особенно актуально в сезон дождей. Ранее, во время сильных ливней, вода затапливала здесь огороды, подвалы и постепенно разрушала фундаменты домов. Поэтому в этой части города заметно улучшится не только дорожная инфраструктура, но и защита частной собственности от негативного влияния среды. Асфальтирование улиц Сколы, Старую и Пенаню произошло по инициативе самих жителей, что вкупе с фактом близкого расположения учебного заведения и привело к принятию решения по улучшению дорожного покрытия. Сейчас самоуправление находится в процессе заключения договора на асфальтировании многих других улиц, как на Гриве, так и в других микрорайонах. Улиц Брянскас, Базнаицес, Дарпа и Айспилсетас, Баускас и улицы Гроднес. За актуальной информацией о ремонтных работах и связанных с ними изменениях в организации движения следите на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.